дорогие подписчики, сегодня у нас на видеообзоре крутая коляска от фирмы Indigo. Моделька называется Porto. Вот в таком приятном бежевом цвете, наполовину быкокожа, наполовину ткани. Ткань очень хорошая, качественная, непродуваемая, непромокаемая. На козыречке у вас сзади есть достаточно большая москитная сетка для лета, для циркуляции воздуха, чтобы ребенку было не так жарко. Для зимы все хорошо скрывает. Нажимаем две кнопки изнутри. Оп, сейчас подберусь. Оп, и закрываем. Все закрывается плотно, не надует. Что касается внутренности, во-первых, что мне здесь нравится, это то, что у вас здесь все закрывается хорошо, если что, все фиксируется на магнитике. Здесь у вас есть большое смотровое окошко, можете подглядывать за своим малышом, что он там делает. Накидка на ножки здесь крепится у вас на клепочке и на замочке. Отстегиваем. Накидочка, если что, теплая, утепленная. Спальное место комфортное, широкое и длинное. Матрас толстый, дополнительно покупать не придется. Это все вы можете в любой момент снять и состернуть. Спинка у вас регулируется. Вот, когда малыш начнет подрастать, спинку можно будет приподнять. Фиксируется она, если что, снаружи. Здесь у вас есть барабашка. Нажимаем и крутим ее. И регулируем наклон. Ручка для мамы у вас идет из качественной эко-кожи. Сама ручка по высоте регулируется нажатием двух кнопок. Нажимаем и подстраиваем под рост родителя. Также у вас в комплекте есть вот такая вот сумка в цвет коляски и дождевик с москиткой. Сумка, если что, выполнена как рюкзачок. Что касается колес. Колеса здесь идут надувные, камерные, передние и задние. Передние меньше диаметра, задние побольше. Вот, видите, для зимы самое то. Тормоз у вас один. Колеса стоят, наверх будут крутиться. Снимаются колеса либо с нажатием вот этой кнопки, либо с нажатием вот этой кнопки. В идеале все колеса снимать раз в месяц. Зачем, пишите в директ, проконсультируем. Также у вас здесь есть амортизация одинарная, но очень мягкая. Фиксируется. Вот здесь внизу есть рычажочек. Переставляем рычажок в другую сторону, амортизация будет жестче. Сейчас она самая-самая мягкая. Вот, смотрите, колясочка прям качается. Очень удобно. Передние колеса вращаются на 360 градусов и фиксируются. Поворачиваем барабашку в сторону, колесо поедет только прямо. В другую сторону снова будет крутиться. Снимаются колеса нажатием вот этой кнопки. Также в идеале снимать раз в месяц. Корзина у вас закрытого типа, подвесная, смотрится очень стильно. Что касается снятия самой люльки, она снимается у вас One Touch. Нажимаем две кнопки по бокам и вытаскиваем люльку вот за эту ручку. Раз, два, сняли и перетаскиваем, уже получается здесь. Все легко и просто. Сейчас я вам поставлю прогулочный блок. Не забывайте, что прогулочный блок ставится хоть от мамы лицом, хоть к маме, как захотите. Что у вас здесь есть? Есть отворот, который полностью защищает вашего ребенка от ветра, от снега, от дождя. Крепится он на обычных клепочках. Утепленный. Подножка, если что, у вас идет из качественной эко-кожи. Если вдруг малыш запачкает, все легко протирается. Обязательно есть ограничитель между ножек, чтобы ваш малыш никуда не делся. Бампер также из эко-кожи, снимается с нажатием одной кнопки в сторону. Также у вас в комплекте идут пятиточные ремни безопасности, накладки на плечики, есть межпаховая накладочка. Посмотрите, как здесь все красиво и стильно выполнено. Также не забывайте, что у вас на прогулочном блоке есть москитная сетка для лета, для циркуляции воздуха. Закрывает вашего малыша, если что, полностью. Спинка механическая, поднимается самостоятельно до защелкивания, полностью 90 градусов имеет, а опускается с оттягиванием рычажочка. Оттягиваем и опускаем. Давайте прокатимся, посмотрим. Очень легкое маневренное управление. Смотрится стильно. И теперь давайте посмотрим, как она собирается. Снимаем полностью блок. Также вантаж крепления. Снимаем с вами сумку. Вот здесь у вас есть кнопка, которая работает как предохранитель. Нажимаем на нее, натягиваем, натягиваем. Оп, и опускаем вперед. Ваша коляска сложилась, здесь она, если что, сама зафиксировалась. Если колеса снимете, она займет еще меньше места. Потом убираем с вами фиксатор в сторону. Поднимаем коляску до защелкивания. Коляска разложилась. Обзор закончен. Мы ждем вас на нашем сайте. Не забывайте заходить, регистрироваться, заказывать онлайн. Не забывайте оформлять рассрочки без переплат. И мы ждем вас в нашем магазине.